По-настоящему дружен и слажен тот коллектив, сотрудники которого вместе проводят время за пределами установленного рабочего времени. Так считают брестские нотариусы. И не на словах, на деле подтверждают справедливость фразы. Именно поэтому их воскресное утро прошло в шумной и веселой компании единомышленников. Поучаствовать в летнем велопробеге, который состоялся на территории Брестской крепости, приехали работники нотариальной палаты со всей области. Данное мероприятие сплочает, прежде всего, нотариальный дух, сплочает наших детей. Ведь на данный момент очень важно, что дети проводят много времени не за компьютером, а на свежем воздухе. Каникулы-то скоро закончатся. Мне интересно, потому что это мероприятие проходит первый раз в нашем городе. Есть много всяких мероприятий, но это проходит в первый раз. У меня еще со второго класса есть друзья тут. Цель республиканской акции «Веселые гонки» – популяризация велосипедного спорта и повышение спортивной работы в системе нотариата. Но сами участники признаются, в первую очередь, такие акции способствуют укреплению дружеских связей между работниками и семьями большого нотариального сообщества. Главная наша цель – это объединить, конечно же, нотариусов, членов их семей, чтобы дети знали родителей, с кем родители работают, общались между собой. Ну, это сближает, конечно же, в результате и членов нотариального сообщества и способствует все-таки лучшей работе. Организация и проведение велопробега под контролем представителей Совета молодых нотариусов, который, к слову, был создан в мае этого года при Белорусской нотариальной палате. Молодые нотариусы у нас есть в республике. И им надо больше внимания все-таки уделять по сравнению с теми, кто более 20 лет проработал. Конечно же, молодых надо обучать, надо объединять, надо, чтобы они знали друг друга, потому что те, кто больше проработали, мы уже друг друга больше знаем. И любое общение, оно же помогает в том числе и работе. По итогам велопробега состоялось награждение ребят и их родителей. Это хорошее поощрение после проделанной работы. А в завершении акции «Высший пилотаж фигурного вождения на велосипеде» продемонстрировали публике профессионалы, учащиеся Брестской специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва номер 2. Кажется, акция не только понравилась ее участникам, но и переросла в настоящий зрелищный праздник.